Каждый понедельник Елабужский Казанско-Богородицкий женский монастырь приглашает помощников. Монастыри в России всегда были оплотами православной веры. И многие считали за честь потрудиться на монастырских послушаниях, ведь такая нужная, бескорыстная работа особенно благословляется Господом. Уже много лет прихожане и работники православных храмов Набережных Челнов помогают Елабужскому женскому монастырю. По благословению настоятельницы обители, игумени Веры, добровольцы участвуют в заготовке дров, уборке помещений, строительстве и в сельхозработах в монастырском скиту в селе Анзирка. Трудникам предоставляется бесплатное двухразовое питание. Поездка в Елабужский монастырь для помощи сестрам организуется каждый понедельник. Монастырский автобус отъезжает от остановки Театральная в 6:30 утра и останавливается на остановках Орловка и Студенческая. Приглашаются все желающие помочь монастырю и потрудиться во славу Божию.